Сегодня в Новочебоксарске, по данным территориального отдела Роспотребнадзора, зафиксирован выброс хлора. Информация о том, что в воздухе появился запах, поступила от дежурного по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям утром. Об этом нашей телерадиокомпании сообщил начальник Новочебоксарского отдела Роспотребнадзора Алексей Васильев. Специалисты сразу же взяли пробы по двум адресам – улице Советская у магазина «Комфорт» и в микрорайоне Альдеева. По результатам исследования проб воздуха у нас установлено, что в деревне Альдеево по улице Пятинская, дом 32, были выявлены превышения по хлору в 1,2 раза. Ну и, соответственно, данный факт не соответствует требованиям санитарных правил, гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. По гидрохлориду, по его содержанию в воздухе, то есть превышение не зафиксировано. Во второй точке отбора пробы в районе магазина «Комфорт» по адресу Новочебоксар, Советская, дом 1. Также были проведены исследования, но ни превышений по содержанию хлора, ни по гидрохлориду зафиксировано нами не было. При повторном отборе проб в 11:40 в микрорайоне Альдеева, да, по улице Пятинская, 32, превышений гигиенических нормативов по хлору и гидрохлориду уже зафиксировано не было. Сейчас мы, значит, будем устанавливать источник совместно с администрацией города Новочебоксарска. И в данном случае мы усматриваем, конечно, угрозу здоровью жителей города Новочебоксарска. Сейчас в Роспотребнадзоре совместно с администрацией города устанавливают источник, который мог выбросить хлор. Таких предприятий не так много, а подобные случаи угрожают жизни и здоровью горожан, комментируют в отделе Роспотребнадзора. Специалисты отмечают также, что случай выброса хлора не единственный в этом году. Хлор в воздухе был зафиксирован в январе, опять же, в Новочебоксарске.